Сочи в период новогодних каникул примет 1 000 000 туристов. Это практически столько же, что и во время Олимпиады. Гостиницы и отели забронированы на 100%. В ожидании такого количества гостей в городе решили усилить вечерний декор. Ведь уличная иллюминация, как известно, самый важный и самый заметный атрибут новогоднего оформления города. Да и местные предприниматели не остались в стороне. Торгово-развлекательные комплексы, бутики, магазины, аптеки, банки, кафе – все городские объекты предстали в выгодном для себя свете, в буквальном смысле слова. Городское пространство в ночное время благодаря системе освещения превратилось в единое целое. Освещены и пешеходные зоны. А потому в темное время суток на улицах Сочи сразу прибавилось и количество пешеходов, и посетителей в предприятиях общепита. Раньше не было такого света. Вот сейчас стало более светло на улице, хочется гулять вечером. Гирлянды висят, фонари, поэтому очень хорошо, мне нравится. Вот поэтому и вышли прогуляться. Мы все украшено, да. Жители города Сочи, и всегда приветствуем все, что в Сочи у нас нового делают. Сегодня такой день, что вышли. Нам нравится все. Очень красивый город. Градоначальник наш супер. Сделал нам очень красивый. Я везде прошел по нашему городу. Везде освещение супер. В новогоднем оформлении местные бизнесмены использовали и объемные светодиодные конструкции, и гирлянды, и перетяжки. Но в приоритете белые снежинки и красные звезды. Эти цвета – символ Великой Победы. А новый 2015 год в Сочи пройдет под знаком 70-летия Победы Великой Отечественной. Вечером город прям преображается, становится очень красиво. Очень много добавили освещения. Ну, видно, что готовится. Раньше такого не было. Хотя я вам скажу, раньше тоже было неплохо, но сейчас лучше. Лучше. Город идет вперед, развивается. Заметно стал город более ярче. Освещение все очень красиво, по-праздничному. Везде горят фонари. То есть можно спокойно как днем гулять по городу. Везде все горит. То есть настроение уже ближется. Вот. Новогоднее оно. Праздничный наряд Сочи в первую очередь не останется незамеченным в городской мэрии. После новогодних каникул специальная комиссия назовет победителя конкурса на лучшее оформление объекта. Татьяна Нагорская, Инга Габеша, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.